Стойте! Стойте, остановите! Идиот, блин. Слушайте, ну долго мы еще будем здесь стоять? Сейчас поедем. Ну когда уже? Решайте что-нибудь. Мы обязаны его ждать. А что, вы предлагаете оставить его тут? А что, стоять до усрачки, что ли? Ну действительно, товарищи, мы же не можем оставить его тут. Может, надо пойти проверить? А может, вы тогда и пойдете? Я? Ты! А ты куда? Тоже посмотрю. Ай! Ты где? Парень! Ау! Парень! Куда пошел? Надо же найти его. Где ты будешь его искать? Ты разве не видишь, что его здесь нет? Короче, пошли. Давай поищем еще. Да ну его! Пошли! Как-то да ну. Парень! Уезжаем! Парень! Оу! Ты куда пропал? Короче, поехали. Давно как? Пора. Мы едем без этого парня? Как мы оставим человека? Парень! Вы что, уезжать собрались? Ну да. Подождите, надо же его найти. Парень прав. Мы же не можем его здесь это оставить. Это что, мы должны делать? Вообще, для этого есть спецслужбы, полиция, МЧС. Они ведь должны заниматься такими вопросами. Совершенно верно. У кого есть телефон? Позвоните. Наверняка для такого случая есть какая-то инструкция. Товарищ водитель. Да нет ничего. Алло, алло. Это служба спасения. Я водитель рейсового автобуса. Да тихо, можно потише. Вышел в лес нужду справить, и нет его нигде. Да искали. Что нам его по всему лесу искать? Да у меня полный автобус. Что нам делать? Вы приедете? 56-й километр. Трасса Р-254. Ага. Угу. Угу. Хорошо, спасибо, понял вас. Короче, они приедут не раньше, чем через 2 часа. И при условии, если мы их ждем. Их пункт находится в 200 километрах. И только по приезду я пишу заявление о пропаже, и они высылают бригаду. Да, это только у нас так. В нормальной стране спасатели были бы здесь уже через 5 минут. Да поехали уже, аллергия замучила. Сейчас мне реально плохо станет. Слушайте, ну он может быть хороший человек и все такое, но мы же не можем все вместе его одного ждать. У меня вот тоже проблем по горлу, но я же никого не напрягаю. Поехали уже. Что за запах? Вы не чувствуете? Чем-то гнилым пахнет. Слушайте, ребят, вообще спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Тем более ничего страшного с ним не случится. Сделает свои дела, поймает попутку и доберется до города. Может, даже и нас догонит. Нет, это недопустимо. Мы должны ему помочь. Каждый может оказаться на его месте. Вы что, издеваетесь, что ли? Едем и точка. Едем? А что здесь решать вообще? Не спешите. Может быть, вы все забыли, что за неоказание помощи человеку есть уголовная ответственность? Кто-нибудь мне здесь может 100% сказать, что ему сейчас там неплохо, он не нуждается в нашей помощи? Ой, вот только вот этого вот не надо! Бред все это! На что тут, всех посадят, что ли? Ну, всех, может быть, и не посадят. А вас могут. А ты за меня не переживай. Я как-нибудь сам разберусь. И вообще, парень,
Зачем тебе это все нужно? Ты думаешь, он тебе потом благодарен будет? Я 10 лет работаю водителем автобуса, еще никто ни разу мне спасибо не сказал. Вообще-то это ваша работа, вы за это зарплату получаете. Вот видишь, отдай лучше ключи по-хорошему. Давай подождем еще, вдруг он вернется. Да, давайте подождем, я за. Да сколько можно ждать, вдруг? А вдруг он вообще не вернется? Зачем нам это надо? Семеро одного не ждут. Парень прав, мы же не можем его здесь оставить одного. Ой, давайте только вот не начинайте, а то тоже здесь останетесь. Я заплачу каждому здесь сидящему по 500 рублей. Хорошо, я заплачу по 1000 рублей, и мы ждем его еще немного. Давай деньги. Когда приедем, я сниму с карты и рассчитаю с каждым. Да кого вы слушаете? Врет он. Вы что, не видите? Посмотрите на него, откуда у него деньги? Да к черту его нахрен, поехали. Он нам зубы всем заговаривает. Послушайте, а может быть они тут с ним заодно? Может быть они террористы? Чего это он тут так за него переживает, а? Да я его не знаю, он для меня такой же чужой, как для вас. Да что он на себя берет? Отдай ключи водителю! Мужики, что вы сидите? Это что за беспредел? Вы мужики или кто? Ты сиди, пусечка, сиди! Что вы делаете? Не надо, успокойтесь, пожалуйста! Слушай! Если хочешь, можешь остаться и искать, сколько тебе вздумается. Если есть желающие, могут остаться с ним. Вот, сейчас еще сильнее завоняло. Неужели вы не чувствуете, а? Парень, не дури, поехали, найдут его, все нормально будет. Подожди! Да, действительно, воняет. Thank you.
Останови. Надо помочь.